варфлажу как-то. Потому что, допустим, у человека 14 лет старше. Мы сразу можем... Улыбайся. Мозг, а мы не успели. Снимай, снимай, снимай! Самый счастливый момент в моей жизни! А там... 6.30, вы че? Мне звонил друг Варгане. Да. Ну не надо. Народ, давайте завтра 15.10, прикольно же, да. 15.10 в Варганик, и без проблем, что... Илюх, съездишь, 10 рублей туда, просто хочется в Суварплазу сходить. Ни разу не были. А Суварплаза это где? Слушай, а сколько там стоит билет? Где Суварплаза? А может Суварплаза? Ладно, я еще позвоню Суварплазу заодно, ладно? На Спартаковскую, да. А знаешь, у нас... Вообще близко, да? Спартаковская, это же там, где Алтын, в общем. Ну, давайте завтра, после Ландыш, короче, идем в кино. Все, я узнаю завтра, во сколько. После физры? Да, 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 после физры вашей. Вот, в общем. Ты как автор, да, Надя? Я хотела сказать, пока все идут за мной. Хотели стать, я так понял, да? Что хотели? Ну, Эйнштейн же так, язык выстнулся такой, глаза выпечил. Да, похоже, кстати, это только он смог. Честно, я снимаю всех со спины. Тебя видел? Да. Ничего. У меня осталось еще 3 минуты видеозаписи, так что нужно добить. Покажи язык, высуни как Эйнштейн. Похоже. Камиль, высуни язык, как Эйнштейн. Андрей, высуни язык, как Эйнштейн. Язык высуни. Ну так сильно надо. Все. Люди, ладно, всем пока. Да, пока, все. Давай. А че мы? Пойду. Мы же тоже на ту остановку, Мурат. Давай, пока. Андрюх, пока. Мы же, в принципе, тоже на ту остановку. На какую? Пошли эти на кольцо. Обычно. Пошли туда. Давай, Юрий, давай. Че, уходите сюда? Пошли туда. Или... Пока.